Гатаулин Анвар Анварович, командир звена авиационных разведчиков, командир 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного Забайкальского полка 15-й воздушной армии, гвардии старший лейтенант. Родился 23 февраля 1923 года в городе Перми. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 43 года принимал участие в боях на Брянском, Прибалтийском и Втором Прибалтийском фронтах. Был летчиком, командиром экипажа, затем командовал звеном. К ноябрю 44 года гвардии старший лейтенант Гатаулин совершил 110 боевых вылетов. В 44-м Анвар Гатаулин в одном из боев направил свой самолет на позиции артиллерийских батарей противника. Был признан погибшим и посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Однако наш земляк не погиб, так как еще до удара о землю был выброшен взрывом бензобаков из кабины. Он пришел в себя висящим на стропах парашюта и смог спуститься вниз, несмотря на ожоги и ранения. Гатаулин попал в плен, бежал и снова вернулся в строй. Участвовал в освобождении Польши и в боях в Германии. Медаль «Золотая звезда» и орден Ленина были ему вручены в августе 1948 года.